Что-то там где-то тут сломалось, чтобы не все вот это снимать. И вот мы ее открутили, там подремонтировали что-то, или новую там сделали, да, какую-то. И обратно вот это все. Так, так, так. Вот смотрите, а вот такие это... аналоги, такие прототипы. Так делают? Ну, для больших животных не делают. Это невозможно. Это то не есть лошадям там и всем остальным. Да. С этой кабаргой почему? Потому что ну, вес. То есть для крупного животного, там, лось, лошадь, ну, невозможно там. Точка опоры. Она держится спокойно на трех ногах. Никогда, вы будете первые вообще. Тут сразу будете где-то в Оксфорде работать там, или еще где-то. Собакам там что-то может такое и делать. Ну, я думаю, что делают все-таки протезы какие-то. Ну, как они ими пользуются? Потому что мы завтра договорились, к ортопедам съездим. Но ортопеды тоже, которые гуманные врачи, они руками разводят. У человека-то что там, отстегнул, пристегнул, где-то прижал, а это сложнее. Поправил, естественно, да. Они а здесь такую надо, конструкцию хотя бы, чтобы не делают. Мы ее каждый день хотя бы не ловили и не прицепляли. Чтобы это как-то зафиксировали. Вот смотрите, ребят, у нас поймали, это вот запчасть той, которую сейчас мы вам покажем. У нас есть еще одна, которая, ну, скажем так, доставленная, без шкуры, кость, которую можно будет взять и ну, по ней работать, делать, вытачивать. Конечно, Аня может и отсюда шкуру содрать и вам отдать эту ногу. Да, но мне кажется, есть особо шкура нет. Ну, чтобы вам в размере где-то что-то как-то. Да сейчас просто длинненько взять. Именно вот в каком месте это? А по форме. И вам сустав нужен. Но это мы вам...